Приветствую вас, слушатели и смотрители моего стихотворного арт-канала «Маита и Мята». Тяжелые времена для нас сейчас настали, но это не повод для того, чтобы отказываться от искусства, потому что искусство успокаивает нашу душу, переключает нас от грустных мыслей и повышает и стабилизирует уровень нашей энергетики. Многие говорят, начиная с философов, в частности, наши философы русские Владимир Соловьев, Иван Ильин, писали о том, что никакой человек не может снять с себя ответственность за начавшуюся войну, потому что каждый из нас не идеален и докладывает свою часть как бы в копилку мирового зла, раздражаясь, агрессируя, обманывая, совершая плохие поступки, плохие эмоции и гоняя в голове плохие мысли. А когда становится копилка переполняется, то происходит прорыв и начинается реальная война в нашем физическом мире. Поэтому, чтобы улучшить ситуацию, каждый из нас на своем месте может обратить особое внимание на свою личную гигиену, не агрессировать на окружающих, стараться мыслить позитивно, гасить негативные эмоции, ну уж не стараться не совершать негативных плохих поступков. Таким образом, возможно, мы сможем удержать мир коллективными такими коллективно-индивидуальными усилиями от скатывания в Третью мировую войну, о возможности которой астрологи говорят и предрекают ее начало на лето этого года. Заходите на мой канал, будем вместе переживать эти трудные времена. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем стараться удерживать свой положительный внутренний настрой, чтобы не допустить всемирной катастрофы. Ну и стишок, написанный пару дней назад. Ди Каприо, игрушечный всадник апокалипсиса. Ди Каприо... Игрушечный всадник апокалипсиса скачет на деревянной лошадке, нарезает круги. Раз, и Титаник пандемии пошел ко дну. И мы вместе с ним очухались. Те, кто остался в живых, не успели прийти в себя. Опять Ди Каприо на деревянной лошадке. Изо сна в сон. И за ним теперь самолеты и танки. Солдатики стреляют и падают. И мы вместе с ними. Чур, чур, скачи во свояси, Ди Каприо. В своем плащике из Майи мы хотим, наконец, проснуться в своем старом и надежном мире. Ди Каприо, игрушечный всадник апокалипсиса. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пока работает YouTube.